Всем привет, дорогие друзья, это XBT.com и передача XBT Life, и мы сейчас находимся на IFA 2019 на стенде компании Electrolux и AEG. Давайте посмотрим, что у них есть интересного. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с технологических инноваций или с сенсора влажности для сушильных машинок. Это самая большая беда всех сушильных машинок, что очень сложно понять, насколько влажной осталась ваша одежда. Вот это вот традиционный сенсор. Видите, здесь есть два контакта. И если влажное белье попадает на эти два контакта, то машинка понимает, что белье еще влажное, и его еще нужно посушить. Но что же делать, если белье снаружи сухое, а внутри не очень? Нужно использовать вот такой вот новый сенсор от AEG, который работает на принципе распознавания изменения электромагнитных волн. Он может посмотреть, что белье влажное на глубине до 5 сантиметров. И вот для того, чтобы это проверить, здесь есть вот такой вот пакетик с водой. И обычный у нас сенсор это, понятно, никак не определяет, а обновленный сенсор сразу определяет, что вот тут вот все влажное. Еще одна интересная штука – это инновации в системе автодозировки порошка. Ну, как сказать, совсем инновации. Все-таки это было очевидно. Во-первых, вот эта вот новая кювета, она абсолютно без движущихся деталей, то есть ее теперь легко можно промывать. Если использовать систему как в капельницах, то есть моторчик просто пережимает трубку. И, во-вторых, с помощью Wi-Fi-ки можно контролировать, выставлять соответствующие программы стирки и процент смешивания порошка и кондиционера. То есть все это стало просто чуть-чуть удобнее. Еще одна интересная штука – это вот такой режим освежения с помощью пара. Он есть во всех новых стиральных машинках Electrolux верхней ценовой категории. Сходили вы, например, в клуб, и пиджак у вас пропах табаком, вам не нужно его стирать, вам нужно только чуть-чуть освежить паром. Таким образом вы сбережете ткань. Новые стирально-сушильные машинки от Electrolux теперь и с тепловым насосом. То есть это возможность постирать и быстро высушить белье всего при 50 градусах, то есть не портить его. А также, вот видите, здесь есть отдельный такой фильтр для ворса, ну и обычные кюветы. В общем, просто собрали все технологии, и теперь они более удобно для использования вместе. Из интересных смарт-фишек это, конечно же, вот такие вот духовые шкафы с возможностью автораспознавания блюда внутри. Здесь стоит камера, и с помощью нейронной сетки распознается, что там внутри, и предлагается режим готовки. При этом его можно впоследствии настраивать. Например, если корочка на чем-то была слишком хрустящей, то вот можно потом сказать, я хочу чуть-чуть меньше, чтобы была температура. И потом вы выбираете блюдо, и начинается автоматически готовка. И все это распознается с помощью камеры из существующей библиотеки. Можно также дополнить своей. А вот эта технология уже есть в варочных панелях AEG. Это так называемый Sense Boil. Плита определяет, что у вас что-то закипает. Определяется с помощью вибрации. Ставите кастрюлю с водой или там, например, с бульоном, только молоко нельзя ставить, потому что молоко, когда закипает, не вибрирует. И как только вода закипает, автоматически варочная панель уменьшает нагрев, и в результате ничего у вас не проливается. А вот эта фишка у нас уже есть в продаже. Это термощуп AEG, с помощью которого можно замерять температуру, например, внутри мяса или там воды. Самая его главная фишка – то, что он необслуживаемый, и для него не нужно батареек. В общем, согласно новым тенденциям, все становится умнее, умнее и умнее. Уже показали вам умную варочную поверхность, уже показали вам умный духовой шкаф, а это умный холодильник, в нем есть камера. Казалось бы, ничего особенного, но просто вы, когда кладете сюда продукты, закрываете что-то, камера делает фотографию и через некоторое время предупреждает вас: «Эй, у тебя молоко скоро испортится, надо с ним что-нибудь сделать». Конечно, все это требует сотрудничества с поставщиками продуктов, QR-кодов и тому подобное, но, судя по всему, когда-нибудь мы будем жить в этом будущем, и холодильник будет подсказывать нам, что приготовить. Вот такие вот новинки на стенде компании AEG и Electrolux на IFA 2019. Я хочу вам напомнить, что бытовую технику мы на XBT тоже обозреваем. Почитайте обязательно. А пока оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это XBT.com с IFA 2019. Пока!